Всем привет! Мы на улице Дерибасовской, на той части улицы, которую обычно никто не видит. Вот это начало Дерибасовской. Это памятник Дерибасу, Иосифу Дерибасу. Вот. Это он стоит с лопатой и с планом города. Вот здесь вот такой как бы скверик. Вот. И сейчас мы пойдем, и я вам покажу Дерибасовская 1. Вот здесь никто отдыхающий не ходит. Да, здесь есть отели. Вот Дерибасовская. Здесь есть отели много. Ну, здесь жилой часть и нежилой, и прокуратура, и бывшие дома ЧМП. Сейчас они под... не дома, а так, конторы. Конторы, да. Ну, оно сейчас не ЧМП. 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 Да. Вот, смотрите, Дерибасовская 1. Видите? Вот. В этой части я решила вам показать все-таки Дерибасовскую, потому что фактически мы показывали все время там, где много отдыхающих, где кафе, где вот это вот все происходит, гуляют люди. А здесь люди не знают. Дерибасовская начинается отсюда. Вот ремонт. Идет, я не знаю, кто это, что это ремонтирует, отстраивают. О, посмотри, это что, Рибас. Кстати, да, улица... Детективное агентство. О, детективное. А улица когда-то называлась Рибасовская. Ну, сначала называлась, вот, детективное агентство Рибас. Как оно с самого начала называлось? Садовая. Первое начало, первое название. Первое название Садовое. Представляете? Хотя у нас есть улица Садовая. А в 1804 году уже дали ей имя Гимназистская. Гимназистская, а потом как бы Гимназическая. Да. О, до 1811 года. А в 1811 она называлась Дерибас. Де отдельно, Рибас, да? Вот так, не одним словом Дерибас. Одним словом. Не-не-не. Не. Или Де, как ты говоришь, Рибас. Да, вот Де отдельным словом Рибас. А потом была Рибасовская. А в 1814 она уже была Рибасовская. Это то, что какое-то консульство, что это здесь? Флаги еврейская, американская и какое? Что-то красное флаг. Чей-то красный флаг. А, турецкий, да. Ага. Подожди, вот это вот, что вот видите, это прокуратура. Она Дерибасовская, угол Пушкинская. Да. Видите, вот брусчатка, еще та брусчатка, по которой ходил Дерибас, наверное. Вот это мы сейчас будем пересекать Пушкинскую. И вот это здание, вот видите, угловое, такое салативенькое, это медучилище. А раньше это был первый дом Морозли. Вот прокуратура, видите, какая красота. Это мы проходим Пушкинскую. Я уверена, что на этой части Дерибасовской мало кто был. Идем, наверное, по дороге. Или там все-таки... Да? Ну и что там дальше было? А в 1920 году при советской власти улицу называли Лассаля. К моему стыду не знаю, кто это. Смотрите, какие... Кованые. Это чугунные. Чугунные перила. Да. Ну, а когда же она стала? Лассалем в 1920-м. А в 1938 году, угу, после смерти Чкалова, улицу назвали именем Чкалова. Угу. Фига себе. Да. Да, да. Ну, посмотрите, какие здания. На Дерибасовской. Вон там сбоку такой балкончик. Мы специально пошли с утра. С утра людей мало. Но в этой части Дерибасовской всегда людей мало. Но много машин, потому что там
отели пооткрывали, такие мини-отели. Сейчас уже пошли. Что? Большие отели. Да. Вот машина заезжает. Куда? Не туда, не сюда, нам куда. В 1941 году... Ну, подожди, подожди, вот смотрите. Номера. Номера. Отель. Джордж Сити. Ага. А в 1941 году, когда румыны пришли, они эту улицу назвали Дерибасовская. Вот так, как сейчас, да? Да. Одним словом. И это название осталось. Удивительно. Да. Вот видите, собственно, она, вот эта часть, ну, как и вторая часть. Вот смотрите, сейчас вот здесь оперный, видите, видно? Здесь. Шелья сказала. Да. Вот такой дом, смотрите, с часами. Видите, за? Я только сейчас увидела, что там часы. Ниже этажом написано 1886 год. Построй. Вот такой дом, посмотрите. И это все Дерибасовское. И это вот сейчас мы переходим дорогу. Это вот Национальный банк с левой стороны, Национальный банк Украины. Вот. Ну вот и сейчас мы пришли фактически на ту часть Дерибасовской. О, смотри, даже градусники. Сколько градусов? 20 градусов, да? 20, да, 20. Да, ага. Ой, погода в Одессе, слушайте, шикарная. Это сегодня какое число? 11, да, октября. Солнце светит. Вчера было пасмурно, а потом так распогодилось. Но все равно все время держится 20-22 градуса. Ну, днем в основном. Вот на этих кварталах еще это проезжие автомобили ездят по Дерибасовской. Да, вы смотрите, сколько машин. Да, здесь еще вот по этой части Дерибасовской до Екатерининской. Машина еще разрешено ездить. А потом, начиная от Екатерининской и до Преображенской, там уже... Это пешеходная. Да. Можно идти по булыжнику, по проезжей якобы части, бывшей проезжей. Вот. И тебя никто не зацепит. Когда-то даже троллейбусы ходили. Да, там ходили троллейбусы. Дерибасовск. Да. Это потом уже. Вот видите, кафешки. Это день сейчас. И отель, вот и кафе здесь. А вот там кафе. Так. Видите, там кафе, вот дом какой, посмотрите. Это Фраполи. Вот. Отель Фраполи на Дерибасовской, 4 звезды. Пожалуйста, приезжайте. Ой, отели в Одессе понастроили очень много. Вот. Ну, собственно говоря, на Дерибасовской всегда были отели. Вот там вот ближе к пассажу. Ну, сам пассаж, это отель. Нет, подожди, я про другое хочу. Ближе к пассажу был тоже еще один отель. Назывался Московский. И там жила знаменитость. Снимали фильм в Одессе. Господи, да что ж... О, смотрите, у нас сделали вот такой переход. Светится ночью. Для тех, кто в телефонах все время. Вот видите, уже чувствуются осенние такие композиции. А здесь уже убрали с дороги. Ну, идем, наверное, здесь по дороге. Вот это сейчас 12 часов дня примерно, да? Да. Да. Людей, конечно, меньше, чем вечером. Мы вчера были вечером, было не пройти, не проехать. Вот мы сейчас специально пришли днем, чтобы вот так пройти и показать всю Дерибасовскую с первого номера до последнего. Потому что я никогда не видела, чтобы кто-то показывал. Что мне нравится на Дерибасовской, смотрите, вот так вот стоят скамеечки. Очень удобно посидеть просто, отдохнуть. Встретиться даже, назначить свидание на скамейке у Дерибасовской. Пятой слева и первой справа. Вот. Здесь когда-то был летний кинотеатр.
Вот видите, вот построили, вот построили магазин. Магазин Европа. Огромнейший. Да. Много, конечно, изменилось даже на той же Дерибасовской. Здания здесь, конечно, естественно, все реставрируются. Вот. Тут же пристраивается еще какое-то что-то сверху. Да, вот я показала, да. Ну, я не знаю, это, наверное, вот очень много иностранцев. Студенты, наверное, просто студенты с собакой. Да. Наверное, квартиру снимают, раз собака у них. Еще и лайков там вымерло. Да. Вот здесь очень много иностранцев. И турки. Учатся. И учатся, а потом остаются. Многие остаются, женятся, остаются. Я не знаю, берут ли они гражданство, но... Вот там вот дворик, это Лотос Мира, там магазин. Ну вот эту часть Дерибасовской вы всегда видите. Обычно всегда ее и показывают, потому что здесь всегда много людей, музыка. Народ гуляет, отдыхает, какие-то действия. Зимой елку здесь ставят. Ну, елку не только здесь ставят, но в том числе и здесь, на Дерибасовской. Вот. А сейчас мы будем подходить. С левой стороны Греческая площадь. Да, с левой Греческая. Потом чуть пройдем с правой. Будет Гаванна. А, это вечная корова, которую вечно перекрашивают. Я, честно говоря, не знаю, с чем это связано. Наверное, это с временем года. С временем года. Вот. Вот сейчас мы проходим вот здесь Гаванна. А потом будет Горсад. Вот, Горсад. Это городу, Горсад городу подарил Дерибас. Но не Дерибас? А... Это братья его. Нет, они, это была их собственность. А потом сам Дерибас у них выкупил и подарил городу. А как братьев звали там? Феликс? Братья Хосе и Феликс. Да, Хосе и Феликс Дерибас. Вот. Это они сделали вот этот горсад, городской сад. Очень красивый там. Со скульптурами, с цветами. Здесь кинотеатр был когда-то Уточкина, теперь кафе Уточкина. Но это не они сделали. Это советская... Новый дом построили. Вот новый дом построили. Строили, наконец-то построили. И он так и стоит законсервированный. Мы так и не знаем. Ну, построили в стиле. Ну, в стиле не знаю. Ну, мне не нравится. Он какой-то как... Золотого ключика нет. Книжного магазина нет. Все кафе, кафе, рестораны, гостиницы. Ну, я думаю, что они тоже гостиницы. Да, да. Вот. Вот этот горсад, который Дерибас подарил городу. Он очень красивый. Еще дубы, наверное, тех времен. Да. Вот здесь это уже в наше время поставили памятник Тесову. Там мы прошли памятник летчику Уточкину. А вот дальше будет памятник 12-му стулу. А, черный кат. Черный кат за углом. Ля-ля-ля. Коты такие откуда играются. Вот, экскурсии до сих пор идут по городу. Ну, когда хорошая погода. Хочется гулять. Хочется гулять. Вот видите, солнышко. Мы одеты легко. В футболках. Вот люди снимаются. Вот это 12-й стул. Вот, собственно говоря, я вам показала всю Дерибасовскую. Ну, тут еще с левой стороны Пассаж и гостиница Пассаж. Вот, вот это вот красивейший Пассаж, красивая гостиница, фасад. И вот эта Дерибасовская заканчивается. Чем Пассаж интересен? Чем? На нем скульптуры
женщина держит серп, а мужчина держит молот и шестеренку. А мальчик с этим самым, с кисточкой? Да, херувим. А почему? Это что, это ж не... Да, в советское время они что сделали они... это, лепку эту. Ты думаешь? Да. А я думаю, что... Это они просто подсунули? Серп и молот. Нет, это все сделано. Вот здесь справа Али-Баба, турецкий ресторан. Так, зачем нам турецкий ресторан? Что теперь? Вот, собственно говоря, мы уже пришли. Эти камни стоят, то есть сюда не проедешь. Это тут здесь можно только ходить. И сразу же начинается улица Преображенская. Налево и направо улица Преображенская. Вот и все. Вот такие камни. Небольшая экскурсия по Дерибасовской.